Смертельное ДТП произошло 10 августа в центре Бердска на пересечении улиц Ленина и Первомайская. Столкнулись лоб в лоб мотоцикл и ВАЗ-2193. Пилот байка скончался на месте аварии. Его пассажира карета скорой помощи доставила в больницу. Позже он умер в реанимации. Бердским судом установлено, что водитель «девятки» Алексей Гришин должен был пропустить мотоцикл. Приговором Бердского городского суда он осужден по 264 статье УК РФ. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц – состояние алкогольного опьянения. Экспертиза нашла в его организме морфин. Гришин приговорен к 9 годам и 3 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание будет в колонии общего режима. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.